Всем привет, с вами Ню и Зетсу. Вы на канале Фрикаделька, а мы в деревне воздухом дышим. Ура! Всем привет, да, после там космоса, после школ всяких. Культов. Наконец-то приехать в деревеньку на выходные. Отдышаться, так сказать. От всех этих впечатлений. Это гриб, по-моему. Нет, это камушек. Это камушек? Стой, Анжела Валерьевна, давай посмотрим, что у нас, во-первых, по заданиям. У нас есть защитник пернатых друзей, но это 10 скворечников, это надо домой идти, клепать первую тучу скворечников. Ну, это надо. Это потом. Помощь больнице, ей на 7 борщей. А, у нас, кстати, ягоды готовы. Ей на 7 борщей и 7 хлеба. Хлеб, наверное, в магазине купить, а вот борщ надо варить. Но вообще нам ягоды еще нужны в садик. Так, избиратель... Тут дофига надо всего будет. Лавочек, 10 лавочек. В принципе, ну, тоже можно будет. Кстати, у нас уже можно... А, нет, у нас гусятины нет. Надо забей убить. Гуся. Нельзя забивать гуся. Почему? Опасно. Ягоды для маленьких воспитанников, вот они, но мне еще малинки не хватает. Надо собрать малинку, значит? Овечья шерсть. У меня есть 25 из 50. Еще раз овцу обстричь. Надо еще, да, прийти овцу обстричь. Что у нас? Лисьи шкурки. Можно, конечно, пойти поохотиться. А где ты их искать-то будешь? Подожди, знаешь что? А тут Анжела Олеговна увидел, пока тогда были, что у нее можно под березовку купить. И я думаю, надо их купить просто все, чтобы уже не париться с грибами сегодня. Именно сегодня. Именно сегодня у нас есть проблемы с грибами. Грибы всегда надо больше грибов, ты же знаешь. Больше есть грибы. Отсылочки к предыдущему видосу. А, подожди, этот видос, наверное. Можно сказать. Сложно сказать, да. Еще никто не увидит, да. А чё это опять для карликов какие-то помещения? Так ты вообще что-то как карлик ходишь, тебе не кажется, нет? Нет, вот здесь я не могу спуститься, потому что... Всё. А ты все еще летать можешь? А, полет никто не отнимал. Отлично. Самое забавное, на Space прыжок, но они, я не знаю, они поставили еще прыжок. Полетный прыжок на другую кнопку. А на спейсе не могут. А может быть, надо заглянуть в управление, может, там так и написано полет. Да я вряд ли. Чисто ради интересного, там металлолом валяется, ты не хочешь собрать? Опции. Управление. Кнопки управления. Давай посмотрим, что на эту кнопку у меня стоит. А что за кнопка? Кнопочка J. Вон она наверху это была. Где? Где это прыгать? Прыгать, кстати. Ну, странно, я на Space прыгаю, ничего не происходит, на J прыгаю, летаю. Оставь пока так. То есть, вот, я на Space прыгаю, вот. Вот, он ничего не хочет. Надо на J. На J он просто начинает сразу чувствовать землю под ногами. Отталкивается от воздуха. То есть, я не знаю, как это работает, но прикольно. Так, давай тогда... Раз мы не знаем, что делать, пойдем. Нет, пойдем в лес, действительно. Мне просто интересно, как здесь искать и охотиться. Мы просто по всем людям уже прошлись. Давай нет, погуляем вот еще, по лесу. Сколько... Вот давай лететь в ту сторону. Ну тогда уж не лететь, идти. Ну давай сначала полетим через забор в ту сторону. Хорошо? Так вот так. Да, отлично. Какая музычка пошла. Вон там, вон на ту дорогу серенькую полетим. Нет, не падай. Вот до дороги долети. Ну, неплохой вид. Ну, как бы натыканы массивы деревьев. Камушков видно. Ой, что-то мне сейчас дурно будет. Ты можешь как-то пониже летать? Давай достанем для... Ну, ружья, допустим. Пойдем мочить лисичек и собирать ягодки. Попутно. Малинка. Ну вот, видишь, еще одна такая нужна. Ежевичка. Вот с этими ягодами это... Я сейчас скажу, с этими ягодами это какой-то кошмар. Черничка. А чё? Ежевичка. Хрен поймешь, что где, зачем и почему. Нет, они настолько сливаются со всей растительностью, что это невозможно. Они хоть бы их посветлее сделали, они бы ягодки бы было видно. А то видеть, ты должен искать не ягоды, а кусты должен искать.
Нет, просто так интересно. Допустим, если брать того же Ведьмака, по-моему, ну или в принципе такие игры. Ты же идешь, и тебе подсвечивается, что рядышком что-то можно взять. Да? Или оно настолько отличается от того, что есть, что ты точно знаешь, что к этому можно подойти. А тут оно сливается максимально с лесом, очень тяжело искать. Типа, я понимаю в реализм, ребят, но мы летаем в этой игре. Это же не вариант, ну... Ежевичка, ежевичка. А это что-то? Ничего. А вот это куст. Есть кусты, которые просто кусты, не ягодные. А вот ежевика валяется на полу. Она упала. Полежать захотела. Так, мы правильно идем, дочь? Ну да. Верно, да. Ни лисичек, никого, ни ягодки типа есть. Так, вот что, ежевика, черника. Вот я поэтому говорю, что черника, ежевика, а малины-то почти и нет. Это очень странно. Я люблю малину. При том, что малина растет не одним кустом, она растет целыми плантациями обычно. Ну, вот так вот. Она никогда так не растет. Ты еще так вертишься, мне вообще сложно что-либо понять. Кстати, а может там есть что-то в этих настройках? Если хотите же посмотреть. Игровой процесс. Язык, аппаратный интерфейс рендеринга, режим игры. Не, ничего нет. Управление. Переверните палочки. Какие палочки? Да пох его знает. Ладно, пофиг, тут нету. Значит, на карте целенаправленно сделали, чтобы задание было видно людей. Только на большой карте. Допустим. Хотя, может быть, задание можно отметить на большой карте, когда его будет видно. Может быть. Но, мне кажется, и не доделали просто. Возможно. В любом случае, это лучше, чем ничего. Это что, избушка на курьих ножках? Серьезно? О, тут черепушки! Блин, бабка стоит. Баба Егоровна. Мама, мия. Что тебе надо? Здравствуй, дорогой путешественник. Как поживаешь? Мне кажется, она не так говорит. Здравствуй, дорогой путешественник. Как поживаешь? Не поможешь ли ты старой бабушке сварить зелье? Принеси мне, дорогой, особые синие грибы, а красные не ешь. О, гусятина, бабушка, да ты что? Да принять, конечно. Да, вот это да. Слушай, мы сейчас летать можем, давай взлетим. Только у него в натуре куриные лапы. Подожди, я с пушкой не могу, я думаю, что за фигня? А я с пушкой не могу взлететь. Плохо. А вы думали, я не зайду к бабушке, да? А я зайду к ней домой. А опа. Там ничего нет. Бедная бабушка. Она живет чисто посреди леса. Прикол. Ну это прикольно они сделали, да. Ну, русская бабка, русская деревня, должна же быть Баба-Яга. Баба Егоровна. Лешего нету только. Ничего, может где-нибудь есть, болото-то полюбас есть. Но это черепушки, это просто прям что-то. Ну, доделать надо локацию. Да. Не живет она у дороги. Кек. А что за синие... подожди, вон они на карте. А, синие грибы на карте, серьезно? Ну вот видишь, не зря пошли. Ну ладно, давай. Нет, давай соберем там гусятину, дают. Если мы соберем гусятину, можем пойти к гадалке. Да, я помню, Гермионе. Гермиона, по-моему, догадал. Да. Гермионистая гадалка. 10 грибов, в принципе, не так сложно. Баба-Яга интересно выглядит, конечно. Да, у них стандартные, видимо, эти... иконки. Тут ничего не могу сказать. Ну, у нас полет. Чем сказали, красные не ешь, то есть еще будут красные. Это удобно. Так. Это так. Она кстати, сказала. С полетом реально удобно. Помнишь, ты даже сено не мог найти? Потому что когда так идешь, его не видно. А ты что, бабушка, сама-то не можешь собрать, туда не все вокруг твоего дома растут. Да, не скучно, наверное. А чего он там такое на карте, я понять не могу. Где? Смотри, вон там дальше что-то красненькое. Красный гриб. Это гриб. А-а-а. Надо до него тоже добежать. Пойдем гулять. Ого! Вот это гриб! Берем. Бери. Только не ешь. А его нельзя взять. Но он же светится. Отруби гриб. Нет, интересно. Блин, ладно. Тогда отойди, хоть гриб там привью, хоть сфоткаю.
Отлично. Царь гриб. Вот я и гриб. Я и большой красный гриб. Вот мама я, вот мой гриб. Я нашел гриб, мама, да. Большой гриб. Большой гриб нашел. Ты же знаешь, мама, я люблю все большое. От березы. А что ты один грибочек тут решил подрасти? Ну ладно. Зелье варенье. Ёмкик, бабьяги, отдадим. А что там? Подожди, может, сейчас красный резко понадобится? Да, наверное, может быть. Да, а то он такой один-единственный. И неповторимый. Бабушка, я помог тебе. Вот, кидай. Супер! Репутация обновлена. А, мы помогли бабьяге, репутацию обновили. Классно. А в какую сторону? Хрен его знает. О, года не стык зелененьким загорелось. Во, отлично. Ну, мы сейчас прогуляемся еще вперед. Там уже посмотрим. Ну там дальше. Типа. До остановки хотя бы. Нет, там типа вон еще два задания. О, видишь? Супер же. Давай пойдем. Так вот прям пойдем. Возьмем винтовочку. Долететь было бы быстрее. Нет, кстати, я тебе здесь, если с тобой не соглашусь, лететь не быстрее. Он летит дольше, чем бежит. Ну ладно. Допустим, я тебе поверю. Типа вот. А, нет, он не прыгает с винтовкой. Это что за городок? Это, видимо, какой-то трейлерный бытовки. Это бытовки. Ну, это бытовки-то понятно, но... Парк бытовок, видимо, так живут. Ну, либо тут строительство, конечно, идет, но не похоже на строительство, видимо, просто живут. Интересно. Денег не хватает на жилье, они живут в бутылке. Знаешь, что здесь не хватает в игре? Здесь не хватает кладбища. Кладбища, кстати, нет. Ну, может, оно есть, может, просто мы его не нашли. Здесь не хватает заполненности помещений. Да, им надо что-то ставить. Может, тут не хватает. А то это совсем уж нереалистично. Что это такое? Потом скажут, что доебались до реализма. Типа, малину не соберешь так? Да, это слишком реалистично, что ее хрен найдешь. Это найдёшь. Же симулятор. А тут типа доебались, что нереалистично. Так, это, кстати, вот мы в охотничьих угодьях. Да. Мы открыли остановку прям охотничьего. То есть вот здесь где-то лисички походу. А, сюда. Вот у меня есть логика. Здравствуй. Ломов Максим. Здравствуй, друг. Я слышу, что ты сильный и смелый охотник и не боишься ходить в лес. Я сам боюсь туда ходить, потому что опасаюсь встретить зеленые кристаллы, поскольку они меня раздражают. Принеси мне, пожалуйста, 5 оленьих штук. Зеленые кристаллы? Что-то это что, Кларк Кент буквально? Это, да, это походу, я не знаю, криптонит или кто там? Криптонит. Он же с Криптона. Криптона, да. С Криптона. Пойдем. Вот тут еще задание какое-то есть. Блин. Перелетим через забор. И здесь кто-то еще хочет нам дать задание. Здорово. Это Шварц? Это Шварц. Вот он, это Арни. Это Вася. Вася. Мы знали, Арни, что ты заебешься. Ты немного это, похудел. Да, схуднешь и станешь Васей. Ну, мы не в обиде до тебя. Ну, у тебя штаны-то, кстати, модные, я тебе скажу. А, ну, наверное, украл какого-нибудь мотоциклиста. Я ухожу на охоту и скоро вернусь. Я хотел бы увидеть на своем столе баночку качественного деревенского меда. А, у меня нету, извини. Извини, у меня нет еще улья. Ну, ладно, я спасибо. Тебе когда-нибудь принесу мед, медка. Его. Ты, наверное, потом медку съешь и сразу это... Окрепнешь. Ладно, охотничьи угодья допустим. Но. Допустим. Мы типа в охотничьих угодьях. Типа вот здесь должно быть что-то. Давай взлетим. И посмотрим, где тут бегают олени. Ну вот я не вижу олень? Ни одного оленя. Ну вот, наверное, среди деревьев. Ну я бы тоже... А ты что думаешь, они так далеко спаунятся, что ли? Ты как бы очень сильно веришь в игру. Да и ей не нужна такая оптимизация, чтобы вот так вот, ну, спаунилось далеко. Зачем? Ты же представляешь, как оно все виснуть будет. Да, я вижу. О, ты и так прогрузил достаточно.
Да. Господи, боже. Медведь! Сейчас тебя убьет медведь! Не надо! Не надо лежать и вставать! Сука. Все, притворись мертвым. Хотя это не работает на медведя, но... А как надо? Тут медведи водятся? Обалдеть! Скример. 738 рублей. Нас позабавили красивой музыкой. Да. Ну, что я могу сказать? Пойдемте к гадалке недалеко. Ну да, давай. Раз уж оно так вышло. Не, ну туда надо будет вернуться. Так, ну мы поняли, охотничьи угодья. А почему он лег полежать? Его потом что, ударили или он устал? Ну да, видимо, у меня вон до здоровья кончилось. У меня же есть шкала здоровья. Ты думал, для чего оно? Черника. Допустим. Черника форте. Что? Чернику форте делают из черники, вот как ты думаешь? Наверное. Черника. А где это? Так, секундочку. Поганки, кстати. Ну чё, гадалка, я принес тебе 3 кристалла. Привет, Гермилоша. Как ты... А, 5 кристаллов и гусятину. Да. Смотри, все для тебя. Давай. Дорогой, ты станешь очень важным человеком в деревне. Класс, вот это она загадала. Ладно, хорошо. Странные, конечно, бутылки у нее. Ну, а что тебя смущает? Они похожи на топоры. Неудобно просто. Потому что вот это вот, вот эти вот бугорки справа и слева, они не заполнятся водой. Не, они, может быть, не полые. Может быть, это чисто, знаешь, для сохранения температуры, к примеру. Не знаю, ладно. А ладно. На чем в юрте живет? Тебе допустим, не смущает? Ладно. Это? Устала от Хогвартса, видать. Да, 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 говорит. Хочу уехать в деревню. Ого. Вот у нее, кстати, голубые грибы. А по-любому с этой бабкой тусуется. Так, что у нас тут по плану дальше? Ага, я предлагаю вернуться в охотничье угодье. Но для этого нам надо на остановку. Ну, она вот, видишь, рядышком. Ну, надо быть осторожней. О, лиса, вон! Так. Опа! Фига ты какой. Молодец, блин. А куда она скатилась? Да все, она мне не нужна, шкурку я получил. А-а-а. Тут не надо это дело. Опа, перезарядочка. Боха. Подожди, справа, направо. Это либо меня переключит, справа, вон туда иди. Да, вот туда иди. Вот куда я сказала, туда иди. Вот прямо иди. Подожди. Вон туда надо идти-то, вон мы оттуда. Да. Я не... Вон, да, Шварц. Мне показалось, что там кто-то есть. Слушай, прикалываешь, что я никого нет. Ладно. Может быть, был. Был да сплыл, хочешь сказать? Да. Добряк, мы сейчас только медведя опять найдем. Не знаю, медведя убивай сразу, если что. Я, правда, не знаю как. Но как-то. Как-то наверняка можно. Стрели в него из ружья, да и все. А как он вообще подкрался к нам? Мы его не услышали прям. Слушай, ну он, медведь вообще бесшумный, тварь. Но все равно трававка же шевелится, и вот эта вся история. Так, это аккуратненько. А что аккуратненько? Край карты? Да. Немножко поохотимся вот здесь вот. Что это такое? Малинка. Неужели, блин? А что, у нас разве не хватает? Не хватает, чуть-чуть надо малинка. Интересно. Мне его рассказалось, там вроде 4 ягоды не хватало. Малинка. Что малинка? А, во! Ягоды. Теперь у нас есть ягодки. Но нам все равно надо где-то найти Мишку. А что такое? А, это ежевика. Ежевика. Но тут в охотничьих угодьях я одно могу сказать. Здесь очень много ягод. Ну, это ж хорошо. Мы теперь хотя бы знаем, куда за ними идти. Вон медведь.
олень. Да какой медведь? Давай. Бах! О, господи! Пошел вон! Убьет нас волк! Из-за света тебя не подлатает после волка, я тебе отвечаю. Ох, еще один. Да ты в него попасть не можешь или что? Да им два выстрела надо. Давай. Это не нахер. Ты умрешь сейчас. Отвали. Фу. Капец. Да, здесь репутация обновлена. А репутация в плюс или в минус? Интересно мне тоже стало теперь. Ну, убиваем и убиваем, ладно. Фух, ну Ванька-то, конечно, да, он, конечно, силен, но против волков и медведей он не тянет. Он же не, он же не ведьмак. Главное, что мы одного оленя завалили. Это хорошо. Потому что нам оленей шкурки 5 штук надо. Олени или лиси же? И олени теперь нужны. А, да? Нам вся живность тут в районе нужна. Вон она бегает, кстати. Вот она, тварина. Ужас. Окей, хорошо. А там кто, олень наверху? Далековато-то, наверное. Нет, волк. А, волк. Срать он хотел на нас, потому что мы ему стреляли в жопу, а ему пофиг. Самолет. Ну, логику включай, у тебя обрез в руках. Знаешь, он... Ваня... Ему на... Два? Два выстрела, все. Ого. Вот и все. Вон еще Мишка. Где? Справа. Вон, вон, вон стоит справа. Ага, Мишка. Вот так, да. Я тут вообще местный бар... Этот, убийца животных. Кошмар. Осуждаем. Не, ну конечно так-то нужно ходить с оружием в лес, потому что тут дело не в охоте, а в элементарной. Самое прикольное в этом всем, что я вижу, как патроны разлетаются в разные стороны, но все равно один патрон летит по центру, вот этот один. И по логике вещей здесь, конечно, сделано так, что один патрон всегда летит по центру, но показано, как будто разлетается большим этим скопом. Ну вообще, сам здесь такого расстояния, из такого оружия ты бы его не пристрелил. Да я бы даже не скорее попал. Скорее бы, да, скорее всего из винтовки, может быть, да. Ну не может быть, а из винтовки пристрелил. Серьезно сейчас? Вот он. Так лучше не делать, наверное. Давай, давай! Как он угрожаешь? Вон еще один. Да ну их нахер! У меня столько патронов нет, у меня вот 10 патронов осталось. Зато видишь, ты хотел поохотиться, вот, охотимся! Охотимся, охотимся! Ухота! Надо лесу найти, лесу и здесь оленя. Одна, нам или... не нужны медведи и волки, нам ну нужны лисы виновата, и олени. Больше всего у них медведей. Медведи, медведи что-то вообще забегало очень много. Да. Типа охотничьи угодья, типа там тоже должно быть, да? Хоть ну, вот видимо, да. Это что такое? Куст какой-то материализовался. А, это ягод. Вот так неплохо бы росли. Да, не говори. Видно, все хорошо, замечательно. Это просто куст, который ты каждый раз думаешь, что он что-то должен нести, но он ничего не дает абсолютно. Бесполезный куст. Олени. Где вы? Кушку бы еще вот эту пристрелить. Куда там? Ты смотри, ты на какой-то синий фон пошел уже. А, все уже. Какая карта. А там что-то есть? Есть ли что-то на краю света? Не пойдем на край света пробегать. Ну да. Забагуемся еще нахрен. Так, ну ладно, давай. Так-то неплохо побегать. А там костер можно было сделать? Да не. У тебя в этих... Костер можно просто сделать, да. Это что внизу белое такое? Да это цветочки растут.
А, это цветочки. Эти, которые кладут цветы для того, чтобы красивее было. Гипсофилы тебе? Да. Вообще не похоже на гипсофилу. А как не похоже? Это, наверное, борщевик. Да, на борщевик тоже не похож. Он больше явно будет. Это ты маленький совсем. Ну, ты ж какие нарисовали. Ладно, пойдемте. Удобно, когда... Малина! Блин, одна малина. С целого куста. Целый куст. И, видимо, все остальное съели черви. Или я. Не знаю, кто съел. Я такая ходила и такая... А зачем одну оставила? Вот так. А я ее не заметила. А, ладно, Мишка, хер на тебя. Ничего. Что случилось? Так это была подстава, а, прикинь! Они ожидали, они хотели меня окружить, они ага. Тут-то было, я-то полетел. Я сейчас упаду, они такие, оп. Я так и думал. Ладно, стойте там. Интересно. То есть они сразу думают, что тебе нет. Да, меня здесь нет. Господи, какой ужас. А куда мы летим? А мы летим вон туда. Давай побежим. Они потому что по-любому за нами сейчас летят. Наверное. Они что-то совсем бесшумные. Не видать их, не знаю. Не, ну в принципе пейзажи какие-то неплохие, если так посмотреть. Местами. Правда как-то садится быстро, смотри как. Прям на глазах садится. Солнышко? Да. Интересно. Я не успеваю за солнцем. Это солнце не успевает за тобой. Мне нравится, что тут куча бревен разбросанных. А что? Это же хорошо. Прям так ровно выточенных. Да. Кто-то проехал, пропилил немножко бревнышек. Принести мед легенде. Я думаю, наверное, надо до остановки, там до детского садика. Да? Ну? Сдать задание. Ёшки-матрёшки. Ну, нет, некрасивенько выглядит такая-такая. Нет, все очень хорошо. Это очень забавно. Еще когда где солнце светит, типа такое ощущение, как будто это осень. Блин, я уже задолбалась. Я сижу на стуле, я уже задолбалась бежать, если честно. Ну карта, кстати, большая, нет. Карта огромная. Ну, как бы не огромная, огромная это в GTA огромная, а здесь, ну, в принципе, достаточно большая карта. Она, конечно, вся из деревьев состоит. Ну. Похер. Тоже неплохо, да. А у меня там животные-то не помогут без сена, без еды, интересно. Да, видимо, нет. Ну ладно. Но они ничего приносить не будут. Они же не должны помереть прям. Или помрут, интересно. Нет, ну если их не кормить и не поить, конечно, они помрут рано или поздно. Ладно, купим новых. Очень удобно. Денег здесь вагоны. У тебя 967 рублей. Это у меня, в инвентаре еще не проданного, знаешь, сколько? Ой, беда. Пэт. Давид? Это дама? Не знаю, кто это. Давид. Похож вроде. Ну, я не то, что прям... Вроде похож. Что-то есть вообще. Но здесь они, в принципе, такие очень относительно похожи. Михаил Герасимов. Зачем тебе фотографии? Да я их случайно открываю. Это маньяк, по-моему. Ну, да нет, он просто дед. Приветствую, приветствую. Недавно был праздник на свадьбе, и я как дурак вышел со своими инструментами и оставил где-то. Не могли бы вы их найти для меня? Ну, давай найду. Окей. Потом когда-нибудь. Может, мы как-то доберемся до остановки? Так знать бы, где она. Так вон слева от тебя. Ой.
Ты решил полетать в темноте? Не, я к остановке. Лети к остановке. Какие-то птицы. Прям, смотри, прям светится чем-то там. Красиво. Как феечки. Ой, ребят, сделайте феечек. Чтобы да, в ночи бегать и будут феечки. Но феечки, я даже не знаю, они не точно к российскому фольклору. Да похер. А где у нас детский сад-то? Хороший вопрос. Не без понятия, если честно. Фермер, озерный. А, ну там, где были утки. Суйгон. Гадалки, железнодорожная, металлобаза, церковь. Слушай, не знаю. Улибакский район, давай. Давай попробуем. Нет, не годится. А нельзя как-то отметить для самых маленьких вот этот? Может, он покажет может, сразу озерный. Куда? Хер его знает, я не знаю, где сад. Давай тогда домой. Давай домой. Найдем, оставим им ягодки, пусть будут счастливы. Где мы вообще нахрен? Ой-ой-ой-ой-ой. О. Ты смог понять? Квак-квак-квак-квак. Пятушара. Все. Пятух-пятух. Интересно, у нас в бане до сих пор Анька сидит. Кстати, надо проверим. Давай ради бога поглянем. Да, сидит вон. Ногами машет. Да. Не пускает. Анчес привет. Мы спать пошли, короче, сидит тут. Ладно. Без света. Да, блин. Она то не пускает, то не выпускает. Какая женщина, наш неопределившаяся. Все, пусть сидит. Банька разжег, пусть сидит. Вот, можно между... Надо было сфоткаться и сказать, мам, теперь у меня есть девушка, она живет в моей бане. Ну, она у нас Вадим, Анька сейчас. Людей так хватает. Вообще... Все. Все, взремнем. И все. Новый день потом. Что-то как-то, да, насыщенно вышло. Не так весело, как было в последний раз, но зато насыщенно. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал, прикатайте. До скорой встречи. Пока-пока. Пока-пока.